Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие друзья. Сегодня решил сделать вот такой небольшой обзор термопота фирмы Китфорд модели КТ-2502. Приобрел я в магазине CityLink около месяца назад, может быть чуть больше. Вот. Ну, на самом деле, я, конечно, скажу честно, я снимаю это видео, ну, для конкурса. Ну, и с другой стороны, я решил показать. Вот принципы, обзор, действия и так далее. Вот я уже распаковал, все включил. Вот давайте сейчас открою крышечку. Вон видите, там уже вода наполнена. Вот. И есть возможность также регулировать температуру подачи воды. Ну, на самом деле, это немножко похоже как на кулер с водой, помните, который там можно налить себе и холодной воды, и кипяток. Вот здесь немножко похожие. На самом деле, сейчас я это все покажу, продемонстрирую. Вот. И мне также нравится фирма Кликфорд тем, что у него много подарков есть. Так что вот, допустим, вот я снимаю для того, чтобы вот этот выиграть. Миксер, ну или отпариватель. И также вот это еще я уже получил, кстати, весы. То, что спасибо вот производителю за такой вот подарок. Сейчас я покажу, какие весы были на самом деле. Вот, кухонные весы. И ну, также тоже бонус магнитик. Вот сейчас я вам покажу. Вон он, тот самый магнитик, у меня только пока что единственный. Я вот уже прикрепил на плиту. Так, ну что ж, я покажу его действие. Значит, у меня уже вон есть чай, мне осталось только налить кипяток. Ну, мне очень понравилось то, что можно регулировать здесь температуру. Я иногда люблю не очень такой, ну, горячий чай пить, поэтому можно выставить и поменьше. Но для наглядности я выставлю на 100. Ну давайте, сейчас я. Подается вода, вот это нажатие на эту кнопочку. Вот загорается красный, вот она быстро загорается зеленым, и уже сейчас будет вливаться вода. Уровень воды тут вмещается 2,2 литра. Да, вот такой идет тоненькой струйкой, правда, но. Да, вы видите, наверное, не знаю, будет на камеру видно, что пар идет. А, вот даже, кстати, вот так хорошо. Отчетливо видно, виден пар. А чтобы остановить подачу воды, просто достаточно нажать на эту кнопку. Ну, из недостатков я не заметил так особо. Единственное, что заметил, что вот это иногда очень трудно немного вот эту часть вынуть. То есть приходится либо так до себя. То есть не с первого раза получается вытащить. Ну, я, конечно, не ругаюсь, но кто-то писал, я помню, в отзыве, что типа не устраивает то, что приходится вот эту кнопку отпускать. Ну, ребят, я не знаю, что вам тут сложного, но для меня здесь лично сложного в этом ничего нет. Ну, в общем, как-то так. В принципе, мне вот эта фирма очень нравится, так что если захотите себе такой турбопот, я рекомендую покупки. Ссылку, где я покупал, оставлю в описании. Ну, я покупал в магазине CityLink, еще раз говорю, стоит около 5000, по-моему, я не точно не вспомню. Вот. Ну, и также вот как раз предусмотрен отсек для того, чтобы сюда, допустим, лишнюю воду скапливать и выливать. Она вынимается там более вот так. Очень легко. Вот здесь снимается тоже вот сеточка. Видите? Снял, слил, вставил обратно. В принципе, все. Ну что ж, спасибо всем за просмотр, за внимание. Надеюсь, что этот конкурс все-таки выиграю. Ну или надеюсь, что подарок какой-нибудь получу от производителя за такое видео. Но тем не менее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Всем пока.